Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Быстрей, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Итан, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вита. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили, и выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ammazzare tutti che degaccio. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Ehi, куда это ты делся? Dicendo, chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Hai vinto davvero, Don Calò? Cacetto, un congè quando siamo arretati nel cucino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Дон Кало, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал.
Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита! Я тут! Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Салют. А, салют, Чинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Эй, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой. Ты что? Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Не слишком рискованно? В случае чего сидеть, ты мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Камон, фратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Привет, мама. Я вернулся. Вита. Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Иди сюда. Садись, ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Бенича, сеньоре, команчара, кепадунта. Замоча венно, провидене порока чудо-пеленарма. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь... Твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. А мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть юбку последнюю продайте. Что тут происходит? Не лезь не в свое дело, Диди. Да ну. Да. Эй, мать твою. Знаешь что, вали отсюда нахрен. Вы пожалеете. Вы оба пожалеете.
Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита, мы справимся как-нибудь. Не бойся, я разберусь, обещаю. Спасибо, Вита, береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих телок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся, у меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом, мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка, что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Эй, Джузеппе, привет, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы. Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Глянь, какие... Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а? Слесарюга. Засохни, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага, ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригодяй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. А, твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Боже. Да хрена! И еще не факт, очистит ли. Ты заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, Андиаму.
Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Вот, вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Эй! Эй, ты что делаешь, мадафака? Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке ниггеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Наверное, бомбисты. Хантер с их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хороша. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 400. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. До встречи. Вот твои 300. Остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Дворец удовольствия, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь. Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбино мио. Ладно, пока, мама. Прикрой, тянет. Чё надо? Я ищу мистера Папалардо. А? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Ну, ты все? Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Не волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Черт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбаро. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чертовы бабы. Все одинаковы. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно?
Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь гребаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать, понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты, уродец. Так, у кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки? Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо, сказал, что ждет тебя у Фредди. Эй, где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай. У меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно.
Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет-нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Ну, и как успехи? Раз плюнуть. С утра они будут в шоке. Хорошо. Вижу, Джо умеет выбирать. Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Смотрите, кто пришел. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Что себе думает? У меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кого тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин, и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушки. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании. Сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо. Обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, котел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф? Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, не все, сейчас. Что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если было, я бы не грабил. Сразу всем поставим 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! Так и выкусить. Валим отсюда.
давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там, стреляй! Черт, господи, осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Пойди сюда, почти, сержант. Да нахрен, столько мне не платят. Отвали, мусор. Я ничего не делаю. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан О'Нил, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы, быстро в тень, скорее. Волнуйся, давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись только по пути. Привет, красавчик. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Привет, парни. Хай! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш междусобойчик с ирландцами? Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют! Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да-да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Слить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один журдяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри! Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросят.
Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, Кори. Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 футов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка! Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? Ты в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе! Ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награды есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого! Ну надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну ладно, эй... Да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Ха, удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клементе. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вито, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов. Ладно, я готов. У них пушки! Наш выход! У них пушки! Вон там, в том углу! Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Я что-то сделаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климена. Все! Все! Ах, ты гнида позорная! Генри, ты в порядке? Куда ранил? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он прострелил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эль Греко. Это художник? Нет, блин, доктор! Ладно, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. О, боже.
еще. Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. За нами должок. Снесите его в дом. Элода. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Ей, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да, я тоже. Останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно. Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вито, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворил, а? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вито, спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора, не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, хорошо? Береги себя, Вито. Вито Скалетто? Да. Что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других и моих художествах. Не просто хищение, но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Викторио Антонио Скалетто. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Стоять на месте. Направо. На другое право. Слушайте, кретины, я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды, я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так натяну, до небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло. Мы вас спустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились в шеренгу и за мной. 3 дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галанте, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был с Барбаро в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет.
парни! Мама была права. Бог он есть! Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я тебе отплатил! А это любопытно. Небольшое пари. Разойди! Слушай! Пошли его! Брысь! Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Закрывай. О'Нил меня чуть не прикончил, но я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Как долго вы будете его там держать? Пока не сделает выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалетто. К тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить. Да, один из ребят Клементе сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту Клементе. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого О'Нила. Ты неплох. Пошли со мной. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с О'Нилом. Ему нужен спарринг-партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать «нет» не вариант, правильно? Я не помню, чтобы спрашивал. Ладно, ребята, поехали! Так насколько ты близок к Клементе, Вито? Если честно, никогда его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Ха, надо же, этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и Лука сказал, что возьмет нас в семью за 5000. Что? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага. На 5000 больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще... разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберто и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже! Не забивай голову. Об этом в другой раз. Привет, Вито. Привет, Франни. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вито. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил, но я за тебя рад. Вито, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай, давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вито. Уже несколько недель болеет и лучше не становится. Так, Франни, иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми. Подарок на свадьбу. Вито. Нет-нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вито. Пока. Чего застряли, а? Шевелите булками.
Слушай, Фрэнки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял? Сходи, покури, что ли. Ладно, развлекайтесь, извращенцы. Какие шарамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. И вообще, шел бы ты. Ясно. Значит, по-плохому. Все! Эй! Эй! Так, так, так. Это что еще такое? Где Фрэнк? Давай, парень, с песней. А, еще в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно, но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, О'Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Эй, О'Нил. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. В этот раз я не буду. Боже, из чего ты сделал? Малышка, ну же, постарайся. Заткни пасть. Все обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне. Альберто – большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся. Он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе.
Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клементе, есть еще два босса. Один Карло Фальконе, второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. На псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи — человек чести. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев, и тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но, выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Вита, ты из тюрьмы сбежал? Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Нет, я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, вот и как дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Я говорил о тебе с Лео Галанто, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке и... Да. Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, да. И за общее светлое будущее. Чента! Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Why don't you write legs on the menu?
Карло умный, он и шарит в этой, ну, в этой астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда сушень. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник, если нечем рот занять. Вита! Поехали! Эй, Джо, подъем! Я домой. Спокойной ночи, шлюхи. Так, мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мать вашу, ну и ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать. Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Ах ты, сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Наконец-то, Мадонна. Так. А кто его зароет? Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Эй, парни, а хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой Вита, поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи, заткнись, идиот. Заткнись, шлюха. Давай. Эдди, с тебя хватит, пора поедем. Спать. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Какого хрена? Эй, Вито, проснись и пой! О, боже, Марти, не ори, а! Голова раскалывается. Прости, Джоуи. И хватит называть меня Джоуи. Крыша поехала. Вито, спускайся! Господи, боже. Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Что продаешь, парень? Ты покупатель или глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место, и за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю.
Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Чё? Вот. Ну что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Эй, Стив. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили три зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, вот... пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Эй, как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Всё, берегись! Спасибо, брат. Чёрт, у них пушки. Они попали. Слушай, все это как-то совсем уже. Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют? А теперь эти уроды уже никому не помешают. Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет, на сегодня все. Если что, я вам позвоню. Доброе утро. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Вито, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фальконе. Вито. Итак, Вито, что ты думаешь об Альберто Клементе и Луке Гурино? Ну, если честно, мистер Фальконе... Мне кажется, эти сукины дети хотели нагреть меня на 5000, а потом оставили за решеткой. Хорошо. Потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первыми. Эдди введет тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не подведешь. Спасибо, мистер Фальконе. Было приятно, Вито. Так что за хрень творится? Вчера пропала машина с тремя нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан Лука. Кто пропал? Харви Бинс и двое ребят, которые его охраняли. Тони Бальзам и Фрэнки. Mm-hmm. Да. Бинс – бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Что я должен делать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним, выясни, его ли это работа. И потом? Если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей ублюдка. А если ребята все еще живы, попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Куда он пойдет? Понятия не имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. Ладно, без проблем. Хорошо, заедешь сюда, как закончишь. И запомни, Вито, никому ни слова. Ясно. Думаешь, я не знаю о наркотике? Я в курсе, откуда вы деньги берете. Фальконе считает, что у него все на мази. Но он так просто не отделает. Ну, как вы ее пробуете? Я ничего не знаю, я простой бухгалтер. Не выделывайся мне тут, козел. Хочешь повторить судьбу своего дружка, а? Давай, посмотри на него. Думаешь, ты круче?
Когда мы с тобой закончим, мы пустим тебя на фарш в одной из этих машин. Вопрос только в том, убью я тебя перед этим или нет. Откуда эта чертова вонь? Фу! Эй, там кто-то есть! Эй, ты еще кто такой? О, господи боже, капитан Сортир спешит на помощь. Заткнись нахрен, Лука. Эй, я тебя знаю. Это ты тогда все ошивался с Барбарой. Я думал, ты все еще гниешь за решеткой. И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе. Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш. Так ты теперь под Фальконе ходишь, да? Вот что я тебе скажу. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы назад в камеру удрал. Но теперь уж какая разница? Пущу на фарш. Ты со мной? Спасибо за предложение. Но я лучше. Крови не пью, да? Нет. Не люблю луку. Как знаешь. Но ты много пропускаешь. Начну с тебя для скота, которым он тут вопил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Все будет в лучшем виде. Просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Обеими руками за. Ладно, я пошел. От меня несет за квартал, хочу уже помыться. Передай Эдди, пусть за Луку не волнуется. Эй, Бинс, открывай дверь, все кончилось. Ты? Ты живой? Ну да, а ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечемся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. А он начинает. О боже, о боже, о боже. Господи Иисусе, это ты? Вито. О, святая Мадонна. Какого черта ты не помылся перед тем, как сюда переться? Ты мне сам сказал. Как закончу, сразу к тебе. Думаешь, мне нравится? Ладно, ладно. Что там с Лукой? Готов. Ладно. А наши как? Ты их нашел? Да. Лука держал их на бойне. Фрэнки мертв, но Бальзам и Бинс в порядке. Лука их... допрашивал, когда я добрался. Свидетели есть? Никого. Только дюжина телохранителей, да, Луки. Нас... Вот и все свидетели. Шаг назад, ладно. Было жестко, Эдди. Да уж, похоже, не сладко тебе пришлось. Но ты же выбрался живым, верно? Теперь иди и помойся, пока ты всем аппетит не испортил. И тряпки эти уделанные сожги. О, боже. Привет, Вито. Вот и ты. Эдди. Неплохой костюмчик. Спасибо. Ну так и в чем дело? По какому поводу? Парад? Вито, мистер Фальконе сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, рад тебя видеть. Как сам? Привет, малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня.
Давай, садись. Ладно, конечно. И спасибо еще раз за все, что сделал, чтобы я вышел пораньше. А теперь я выполню второе свое обещание. Второе? Да. Я же сказал, что в следующий раз, когда начнется прием, я тебя порекомендую. Но вот сделано. Так ты имеешь к этому отношение? Ты же работаешь на Винчи. Да. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье. Но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже. Вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да. А теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа как старина Лео уронил мыло. Пошел ты. Ладно, ладно, все, хватит, пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Ну вот, подождем. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй, удачи. Твоя очередь, Вито. Джентльмены, это Вито Скалетто. Вито, знай, что наша семья – тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или Родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне... Какой палец нажмет на спуск? Повторяй за мной, Вито. Если я предам тайну нашей жизни... Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду. Подобно этому святому. Амико Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг, Вито Скалетто. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Особенно Дону Фрэнку Винчи. И его консультант... Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти 7 лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Энди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но я это слишком долго выполнял чужую и грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you want to have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вито. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна, и раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага, да, это же наш Вито. Здрасте, мистер Фальконе. Здорово, Вито. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вито, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец.
Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клименте. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клименте. Именно. Сегодня у Клименте большая встреча в гостинице «Герб Эмпайра». Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю? Не волнуйся, у меня есть план. Черт! Джо, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, то... Твою душу мать, убери немедленно. Ладно. Мозги растерял. Ладно, дерганый ты какой-то. Ага, то есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись, она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати... Я закрыл сегодня бар, на случай, если Альберто рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Мартин, что ли? Ну, он же не член семьи, так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь, пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что? Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину, будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Клименте снял весь 18 этаж, это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча еще не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Клименте не приехал. Так что не делай глупостей. Ха. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. Вита, и еще. Вот, надень. Совсем охренел? Так нас не узнают. Надевай. Класс. Пошли, быстрее. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Ну да. Ах, блин. Мать вашу. Желтый? Так, синий, это плюс к плюсу. Красный, запал туда. Минус синий, тут накрест. Готово. Окей, самое сложное позади. Я же сказал вылезать все до блеска. Thank you.
Вита! Вита, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кол 1911 с улучшенным магазином. Его... 23 патрона, так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке. Давай, пора. Вы оба! Все время красотища! На что уставился? Господи, успокойся, что черт, так нечего не показывается! Твою мать! Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрицы. Стой, стой, зацени! Все, готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. Вот так. Эти кретины и не узнают. Бог ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет! Едва заметим, да? Ладно, ладно, пошли глянем. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Фу! Что за... Черт! Господи Иисусе, я чуть на ботинке себе не отбил. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение! Какого хрена? О, черт! Вот везунчик. Давай, Вита! Марк! Нет! Нет! Мать! Его убили! Убили! Ладно, Джо, Вита! Джо, пойдем, уроды! Надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клемент и удирает. Пошли! Я убью его! Все, конец ему. Давай, все-таки проверим. Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Пиво хочешь? Дай мне номер Эдди, я позвоню. А? Это Джо. Дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там! Ладно, ладно, а Клемента? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Главное, что делать, всякое все. Бывает? Успокойся. Он был моим другом, понятно Джо? Тебе? Эй, Джо, Джо, не капай мне на мозги. Легче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну, хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости.
Привет, Вито. Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда... Ну да, не вини же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчи, он собирается на нас наехать. А я не знаю никак, ни почему. Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клементе. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клемента. Ну надо же. Насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клементе. Настоящий профи. Да. Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Но вообще-то он уже здесь. Вот как? Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпо. Рад познакомиться, мистер Скарпо. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вито говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как не у дел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клементы и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Но тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись, а потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумает. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вито, на сегодня пока все. Но заезжай завтра, договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Лео! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай, пока не схватал. Лео, убери пушку. Это я, Вито. Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать. Скорее собирайся. За тобой идут. Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут, уходи отсюда. Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками, все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно, они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся. Быстрее, пока он внизу. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь?
Он помог мне в тюряге, считай, жизнь меня спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вита, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить. Я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал, все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео, должен быть выход. Вито, иди. Прости, Вито, я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео! Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Франни, что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа? Почему? Он бьет и гуляет все время. И он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть. Я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью. Нет, Вито, не надо, прошу тебя. Я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Где он? Я не знаю. У него есть друг, где-то на Ривер-стрит. Обычно успокойся, он у него будет сидит. Хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски, идет? Эрик, ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Я тебе покажу, как бить жизнь. Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дух, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Вита, это Франческо. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто держись подальше. Почекай! Живи! Давай! Гори! Макарон! Гори! А вот и он. Хай. Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клементе, конкуренция. Тот отбивал покупателей.
Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно, интересно, а мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фальконе? Он не узнает. А если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, но если Карло единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китаёзы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики — это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком! 20 штук за один день! Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри?
поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. У вас чемодан достаточно набит. Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот вас товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм — это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Окей, порядок. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Добрый день, господа. Черт, подставился мне, у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумку. Какие туфли? Стойте, эти ребята не копы! Убей, урода! Стреляй! Привет, парни, как дела? Сгони. А, черт! Хорошая дурь! Мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better take the ring from me. Даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Андрей. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, жена, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого хрена? Что тут происходит? Черт, это Генри! Чем это они его бьют? Мать! Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Дьявол!
Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам? И денег нет. Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри, копы займутся. Это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Ну, мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос! Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Ты труп, ты, урод косоглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как? Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит, будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть! Не смей так говорить! Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И Вита, будь осторожен. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Эй! Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушаю. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй, черт. Вита, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой.
Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно. Кто от таких денег откажется? Ну, ладно. Делов-то стой рядом и делай морду кирпичом. Асти! Увидим. Так. И в чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет, как Джона. А ну, сбавьте тон, молодой человек. Чтоб я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш за работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты, ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вита? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалетты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдло. Быстро. Не слушай его, Вита. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вита, этот мерзавец убил твоего отца! Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, а можно пушку убрать, ты а? Ты спроси у него, как твой отец заткнись. Утонул в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай почему об этом. Почему ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти. А потому что он не хотел. Закрой свой рот! Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить? Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вита. Очень разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Нигде ты это взял. Неважно. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Вито! Ну, наконец-то! Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китаёза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак, то есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то... Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне,
Он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу. Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буэна фортуна, Вита. Стоять, и может, не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. Черт. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом, и надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего? Не с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчину... Я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкаю кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Что? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий? Ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно, поправляйся. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб.
Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Да, алло. Вито, это Эдди. Слушай, приходи... Да, я угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Мистер Скалетто, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Так, и что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу. И выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он махал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чо. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе, кто угодно, но только не дебил. Ладно, остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. И
It's like magic. Every time we turn. Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. А твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой? Ты просто шестерка, Вита. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь? Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Климент ты использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Собираешься нажать на курок? Ну, давай. Чего ты ждешь? Вита. Давай убьем подонка. Помни, о чем мы говорили, Джо. Ты забьешь раз. На это? Давай! Два. Ну! Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну. Убивал за свою семью. Убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... Это для меня. Пошел ты! Долбанный хрен. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали, навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Так что там за тайны? Это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил.